Во главе с вице-премьер-министром и одновременно министром финансов Македонии господином Зораном Ставрески Донецк посетила делегация этой страны. Цель визита – презентация возможностей и потенциала Македонии как инвестиционного и делового партнера деловой Донеччины. Для нас действительно это большая честь. Почему? Потому что мы знаем о Македонии и много, и мало. Много, потому что это страна с большой, огромной историей. А мало, потому что мы не совсем хорошо знаем ее современную экономику, современные возможности. Мы знаем, что это страна, которая создала одна из самых привлекательных инвестиционных климатов в Европе, на Балканском полуострове. И нам очень интересно, чтобы из первых уст сегодня наши предприниматели, бизнесмены услышали, как можно активно работать с этой замечательной республикой, какие есть возможности. В ходе встречи были затронуты вопросы углубления отношений между Донеччиной и Македонией, особенно в экономической сфере, где балканцы в последнее время добились значительных успехов. Кроме того, страны подвели итоги сотрудничества Республики Македонии и Донецкой области, а также обсудили дальнейшие перспективы развития культурных и промышленных взаимоотношений. И в Донецком регионе, и в Македонии экономика развивается динамичными темпами. Несмотря на то, что уже присутствуют определенные объемы инвестиций из Донецкого региона в экономику Македонии, мы считаем, что необходимо увеличивать эти объемы. Особенно это касается металлургии, сельского хозяйства, туризма. Сегодня мы представим все возможности к такому сотрудничеству, а тогда бизнесмены уже сами найдут точки соприкосновения. По завершению бизнес-форума заинтересованные стороны проводили личные встречи. Речь шла о взаимных интересах в расширении торговли, туризма, культуры и спорта. Леся Полякова, Александр Худалий, Первый муниципальный.